Отель Ланисера 2017 года. Я в этом отеле уже не первый раз. И причем снимала видео, не знаю, как, почему оно не загрузилось или куда оно делось, непонятно. Я вроде бы его загружала на YouTube и снимала прям подробно. Отель очень большой, 800 с лишним номеров. 823, если точно. 130 тысяч квадратных метров. Первый корпус, вот этот центральный, тут 6 этажей, 11 лифтов. Этот отель находится в живописном месте Турклер в бухте Фугла. В 5 минутах от отеля торговый центр. Возле отеля курсируют также такси, маршрутные такси. И гости могут пользоваться Ланисера World и Ланисера Premium. Ну, могут пользоваться, кроме основных ресторанов. Находится в 100 километрах от аэропорта. То есть ехать приблизительно часа полтора, но вообще советую всегда брать индивидуальные трансферы, потому что Алания — это регион не близкий. С детьми это очень сложно, особенно когда вы летели, получили багаж, все уставшие. Еще на трансферах, если это не индивидуальный, вы будете развозить других гостей. Поэтому вот бывают случаи, когда гости устают, потом остаются недовольны, все им не нравится. На самом деле нужно просто брать индивидуальный трансфер. Здесь есть прокат машин, здесь гастролейшн, можно записаться в а-ля-карт рестораны, зона лобби, достаточно много диванов. Можно отдохнуть, посидеть. Здесь выход на террасу. В отеле есть категории стандарт от 36 метров квадратных, family номера от 72, всего 748 стандартных и 61 family номер. Вот как раз мы выходим и видим территорию. Территория очень большая, гостей здесь всегда много. Здесь и зоопарк, и детские горки, и мини-клуб, два корпуса. Отель очень большой. На первом этаже игровая зона, зона спа. Здесь яркие такие стульчики, бар, водопад. Ой, сколько людей. Конец мая, все уже отдыхают, отель полный. Раньше вот перед нами корпус, это был корпус четверки. Но сейчас у них зона единая, и они в бронированиях выходят как пятерка, только различаются, соответственно, ценами на номера. Спа. Полотенце вы получаете в спа. И уже проходите. Ох, людей много, неудобно снимать зону ближе к пляжу. Бассейн в спа-комплексе, детский. Это теперь бассейн. Посмотрите, как выглядит основной корпус. Какой он большой. Очень много семей с детьми. Это практически все с детьми. Детская зона, мини-клуб, прямо напротив основного бассейна. Территория зеленая, очень большая. Здесь есть свой центр скорой помощи. Тут можно обратиться по любым вопросам. На разных языках вам могут помочь. И вот как раз перед нами корпус четверки. Все на одной территории, только основной корпус выглядит вот так. Вы проходите, получается, где доктор, проходите вправо, и там
корпус, бывшая четверка. Сейчас это такая же полноценная пятерка. Здесь в лобби бар. Зона отдыха с диванами, напитки здесь освежающие стоят, когда гости заезжают. Также здесь можно записаться на спа-процедуры. Стандартный номер в корпусе бывшей четверки. Градация четверки такая же, вернее, пятерки уже такая же, как при бронировании, как и основное здание. То есть выбрать, где будет номер, невозможно. Диван как дополнительное место и небольшой балкон. Тренажерный зал на улице. Рядом со старым корпусом, буду называть его четверка все-таки, магазины. И выходите уже, попадаете на пляж. Не на пляж, а на территорию. Из территории уже проходите к пляжу. Такая зеленая парковая зона. Здесь можно приобрести вот кокосы. Различные напитки, турецкое мороженое. Это уже будет за дополнительную плату. Афрокосички можно заплести. Здесь фастфуд на обед. Накрываются снеки. Ну, вот сейчас до сих пор я смотрю, здесь и фрукты, и закуски, все это есть. Здесь проходят шоу-тайм, вечерняя анимация. Вот как раз здесь все готовится. Тоже тренажеры на улице. Вообще очень много зон, где можно посидеть, как парк. То есть вы сюда выходите на территорию и оказываетесь как в парке. Зона для игр. Здесь гюзлиме. Ну, обратите внимание на зону пляжа. Пляжная полоса не очень широкая. Лежаки с матрасами, зонтиками. Соответственно, это все бесплатно. Не бесплатно, а входит в стоимость вашего тура. Вход хороший, плавный, песок мелкий, но очень много людей. Вообще здесь посмотрите, сколько по всему побережью людей. Очень-очень много. Рыбный ресторан а-ля карт с видом на море. Бронировать а-ля карты нужно заранее, по предварительной записи. Приходите уже к определенному времени. Еще одна зона около пляжа на песочке, ну вот за заборчиком, чуть-чуть как вторая линия от пляжа. Корпуса в отеле ближе к морю. Здесь есть на первом этаже выход. Из балкона вы выходите и можно принести лежаки и прям позагорать на травке. Рядом зона бассейна. Ну, вот везде очень много людей и некомфортно снимать, потому что людям, конечно, это не нравится. Зона джакузи и зона бассейна. Ну вот что честно вам скажу, что это а-ля Анапа. Похоже на наше побережье. Первое, что это очень много наших соотечественников. Вот. Плюс узкий пляж. Несмотря на то, что территория большая, на пляже, конечно, заметно, что много людей.
Поэтому, ну вот, к этому нужно отнестись с пониманием, потому что отель очень большой. Если вы любите больше компактные отели, соответственно, там и будет меньше гостей, меньше людей, и будет более комфортно. Но кого-то это абсолютно не смущает, поэтому вот такой момент присутствует. Я, например, большие отели прям такие никогда для себя не выбираю, для своей семьи. Я люблю больше отели покомпактнее. Но это не значит, что он плохой. Кого-то, наоборот, это радует, устраивает. Большие мероприятия, вечеринки, дискотеки, на пляже много людей. Отели очень-очень активны. Тут проводится большая анимационная команда. Проводится различные спортивные мероприятия. Вот мы видим, баскетбол, волейбол играют. Пляжный ресторан. Волейбольная площадка. И уже проходим в сторону детской зоны. Там аквапарк, мини-клуб. Зона рядом с аквапарком. Аквапарк уже закрыт по времени, так как сейчас уже 6 вечера. Аквапарк закрыт. Взрослый аквапарк, детский аквапарк, зона, где можно покушать, также бар, мороженое, все это есть. Здесь делают гёзлиме. Я перепутала, я неправильно вам сказала, что там, где вот такие шатры мы видели с вами, это не гёзлиме. Там или зоны отдыха просто можно снимать, там отдыхать, ну или могут там что-то тоже продавать. Поэтому здесь делают гёзлиме. И еще корпуса по территории. Обратите внимание, на всей территории стоят корпуса. Трех-четырехэтажные. Детский мини-клуб. На данный момент все детки находятся на улице. У них проходит анимация. Сейчас я вам покажу. Вот тут аниматоры с детками занимаются, оборудованная площадка с горками, с играми, с лазилками. Некоторые корпуса соединены мостиками. Вот три мостика, три этажа. Единственное, я не поняла, где у них зоопарк. Я его в прошлый раз не посмотрела. И сейчас не увидела, где он находится. Большой бассейн с дорожками. Даже олимпийский, тут не полуолимпийский. Бассейн очень большой, комфортный для тех, кто занимается плаванием или просто любит плавать. Большой, хороший, комфортный бассейн. Лежаков по периметру много. И здесь в зоне бассейна бар. Детский маленький бассейн с горками. И сейчас мы посмотрим номер в корпусе пятерка. Вот здесь лобби. Такой. Номер категории стандарт. Максимальное размещение 2 плюс 2 или 3 плюс 1. Более светлый, дополнительная кровать, полноценное доп-место и раскладное кресло для ребенка. Балконы есть во всех номерах. Вид может быть или на дорогу, или на море. И двухкомнатный номер. Одна большая кровать полноценная, ну как стандарт. И соединен межкомнатной дверью. Еще через балкон. В номере две душевые кабины и два туалета. На первом этаже есть кондитерская, ассортимент десертов, хлебобулочных изделий, чай, кофе, вода.